Турецкий язык, урок номер 34, желательное наклонение, истек кипи. В сегодняшнем уроке мы рассмотрим желательное наклонение в турецком языке, по-турецки истек кипи. Желательное наклонение используется для выражения желания или намерения выполнения действия. Аффиксы желательного наклонения имеют два варианта по большой гармонии гласных. Если в последнем слоге корня глагола у нас твердый гласный «а», и, «о» или «у», то добавляем аффикс «а». И если у нас мягкие гласные «э», «и», «э» или «ю», добавляем аффикс «э». Например, глагол «ачмак» у нас твердая гласная, поэтому добавляем аффикс «а», получаем «ача». Если у нас корень глагола заканчивается на гласную букву, так как аффикс у нас тоже гласная буква, то между двумя гласными ставим соединительную букву е и, например, глагол ойнамак у нас он заканчивается на гласную а и так как эта буква является твердой гласной, то добавляем аффикс а и между ними ставим соединительную букву е, получаем ойнамак ойная. И с мягкими гласными, например, глагол бильмек биле или глагол юрюмек у нас заканчивается на гласную, поэтому добавляем соединительную букву е и получаем юрюе. Отрицательная форма образуется при помощи аффиксов ма и ме, которые присоединяются к корню глагола, как во всех временах и наклонениях. Например, капат -мак» Добавляем аффикс отрицательной формы и аффикс желательного наклонения, получаем капат Здесь тоже между аффиксом отрицательной формы и аффиксом желательного наклонения ставим соединительную букву, так как у нас идут две гласные. Или глагол вурмак, вурмая. И с мягкими гласными гитмек, гитмее. Или чизмек, чизмее. Теперь посмотрим, как желательное наклонение у нас соединяется с личными аффиксами. В этом наклонении мы используем личные аффиксы стандартные. У нас здесь только отличается аффикс первого лица множественного числа вместо ⁇ из, из, узы, из ⁇ У нас здесь аффикс ⁇ лым ⁇ и ⁇ лим ⁇ имеет две формы. Для твердой гласной ⁇ лым ⁇ и для мягкой гласной ⁇ лим ⁇ Например, глагол ⁇ япмак ⁇⁇ делать ⁇ Добавляем к глаголу аффикс желательного наклонения и потом личный аффикс первого ⁇ лица единственного числа, так как у нас здесь тоже будут две гласные, то мы их тоже соединяем с соединительной буквой е и получаем бен я поим сделаю ка я. Когда мы переводим на русский язык глаголы в желательном наклонении, обычно их переводят со словом давай, например давай я сделаю. Но в русском языке можно много разных вариаций. Можно сказать давай сделаю ка или давай ка сделаю или просто сделаю ка. В общем, как вам легче воспринимать, так вы можете и переводить. Продолжим. Для второго лица единственное число сен я пасын. Сделай ка ты или давай ты сделай. Дальше о я па пусть сделает ка он или давай он сделает. Без я палым сделаем ка мы здесь главное запомнить личный аффикс, что он у нас лым или. Все остальное у нас стандартно. Дальше. Сиз я из Сделайте-ка вы. Он наш, я Сделают-ка они. И в отрицательной форме и с мягкой гласной попробуем пример. Беклемек ждать. Например, добавляем к корню глагола отрицательный аффикс, потом аффикс Желательного наклонения и потом личный аффикс. Например, бен им. Как вы видите, так как у нас подряд идут аж три гласных, то между ними мы соединяем соединительной буквы Е, и в данном случае у нас получается аж две таких соединительных буквы. Бен им давай я не буду ждать. Сен давай ты не будешь ждать. О беклемее давай или пусть он не ждет. Биз беклемеелим давай мы не будем ждать. Сиз беклемеесен. Давай вы не будете ждать. Или давайте вы не будете ждать. И он наш давай пусть они не ждут. В этом наклонении есть один нюанс. И давайте рассмотрим его на примере желательного наклонения и повелительного наклонения. Сначала возьмем в желательном наклонении к глаголу Япмак. Мы до этого уже писали. Бен Сен О Сиз из И теперь возьмем в повелительном наклонении. Как вы знаете, в повелительном наклонении для первого лица единственное множественное числа у нас нет использования. То есть мы сами себе приказать не можем. Но есть для второго и третьего лица. Например, сен яп ты сделай. О яп сын, пусть он сделает. Сиз япыныс, вы сделаете. И он нар, яб сын нар, пусть они сделают. И вот теперь, если мы посмотрим, например, для второго лица единственное число. Между предложениями сен я сын, сделай-ка ты, или давай ты сделаешь, и сен яб, сделай. Есть маленькая такая очень разница в смысле. В любом случае мы хотим, чтобы ты сделал какое-то действие. Но в одном случае мы повелеваем, указываем чтобы ты сделал. Во втором случае мы делаем то же самое, но немножко мягко. Как бы предлагаем тебе сделать это. Или дальше. О, я по. Пусть сделает ка он. Или давай он сделает. И о, я сын. Пусть он сделает. То есть между давай он сделает и пусть он сделает совсем небольшая разница. Точно так же для множественного числа. Второе лицо. Сиз, я Сделайте ка вы или давайте вы сделаете и сиз вы сделаете. То есть разница минимальная. И для третьего лица оннар япалар пусть сделают ка они или давай пусть сделают они и оннар япсыннар пусть они сделают. Как мы видим, здесь небольшая разница. Наверное, в связи с этим в современном турецком языке... Глаголы в желательном наклонении для второго и третьего лица, единственное множественное числа, не используются, практически не используются. Очень-очень редко. В разговорном турецком языке вы вообще можете даже и не сталкиваться с, с, таким. Но очень активно используют желательное наклонение для первого лица, единственного и множественного числа. Если мы как бы соединим два этих времени, для первого лица используют «бен я для второго уже говорят «сен яп», то есть сен я редко используют. Чаще вместо этого говорят сен яп». для третьего лица о сын. Потом мы говорим без я сиз я он нар я сын нар. И так как в уроке повелительного наклонения мы рассматривали второе, третье лицо этого наклонения, здесь мы повторяться не будем. Мы здесь просто рассмотрим примеры с первым лицом единственного и множественного числа в желательном наклонении. Вам в принципе вот нужно правильно уметь использовать и понимать желательное наклонение для первого лица единственного и множественного числа. То есть ben, я поим, давайте я сделаю, и без я палым, давайте мы сделаем. Вопросительная форма образуется при помощи вопросительной частицы мы и ми, и мы его добавляем не между аффиксом желательного наклонения и личным аффиксом, а мы его добавляем в самом конце. То есть мы к корню глагола добавляем аффикс желательного наклонения, потом личный аффикс, а уже после этого добавляем вопросительную частицу мы или ми. Например, бен я поим мы, давайте я сделаю. Или без я палом мы, давайте мы сделаем. И точно так же в отрицательной форме. Бен беклемия имми, давай я не буду ждать. Или без беклемия «Давайте» или «давай» мы не будем ждать. Здесь все просто. Вопросительную частицу ставим в конце, соблюдая гармонию гласных и больше ни о чем не думаем. Теперь посмотрим примеры. Например, «Чоксджак», «Бирсу и чаим», «Очень жарко», «Выпью-ка воды» или «Давай я выпью воды». Следующий пример. «Доум гюнюме тюм аркадаштарымы чаараим». Позову-ка я на свой день рождения всех своих друзей. Доум гюнюме тюм аркадаштарамы чаараим. И следующий пример. Башим аурьор. Бугюн ище гитмеяим. У меня болит голова. Башим аурьор. Не пойду-ка я сегодня на работу. Бугюн ище гитмиейм». И еще один пример в отрицательной форме. Сизирахацис этмеяим. Давайте я не буду вас беспокоить сизи рахатсыз И возьмем несколько примеров для первого лица множественного числа. Например, Буакшам балык локантасына гиделим. Давайте пойдем сегодня вечером в рыбный ресторан. Буакшам балык локантасына гиделим. Или следующий пример. Мисафирлери музея гетюрелим. Давайте сводим гостей в музей. Мисафирлери музее гетюрелим. И в отрицательной форме примеры. Пикне вулканы чаурмаялым. Давайте не будем звать вулкана на пикник. Пикне вулканы чаурмаялым. И еще один пример. Хаваял мурлу. Эвден чикмаялым. Погода дождливая. Давай не будем выходить из дома. Хава яумурлу. Эвден чикмаялым. И еще возьмем примеры в вопросительной форме. Например, Сизе дондурма алаиммы. Давайте я куплю вам мороженое. Сизе дондурма алаиммы. Сана борч вереимми. Давай я дам тебе в долг. Сана борч вереимми. И примеры для первого лица множественного числа. Емек елимми. Давайте покушаем. Емек елимми. Или еще один пример. Футбол ойная алыммы. Давайте поиграем в футбол. Футбол ойная лыммы. И еще есть такое использование глагола бакмак в желательном наклонении с другими глаголами. Когда мы берем глагол во втором лице единственного или множественного числа и добавляем к нему глагол бакмак в желательном наклонении для первого лица единственного или множественного числа, то это фразу можно подразумевать как обращение к кому-то и в такой повелительно-желательной форме. Например, «Гель бакаим» – «Иди-ка сюда» или «Давай, иди-ка сюда». «Бак бакаим» – «Посмотри-ка» или «Давай посмотри» или «Давай посмотри-ка». «Сус бакаим» – «Замолчи-ка». «Вер бакаим» – «Дай-ка», ну, то есть «Передай мне что-то», «Дай», «Дай-ка». И точно так же можно использовать только глагол мы берем не в единственном числе а во множественном числе глагол бакмак в желательном наклонении и получаем не бакаим а бакалым и перед ним можем ставить глагол во втором лице множественного числа например Дюшюнин бакалым подумайте ка или аннатын бакалым расскажите ка Гюндерин бакалым отправьте ка Сюйлейн бакалым скажите ка здесь смотрите разница между Бакаим и Бакалым какая-то незначительная, наверное, потому что используют и в таком варианте, и в таком варианте, и обозначает оно в принципе одно и то же. И вы очень часто можете встретить в разговорной речи и такое применение или употребление, как с глаголом Бакаим и точно так же с Бакалым. На этом этот урок окончен. Спасибо за внимание. До скорых встреч.